Всем привет! Опять еду в автобусе на занятия, и сейчас просто хочу показать вам. Сидит водитель, и у него протез. Нога одна – это протез. Очень хорошо сделанный протез. И тут очень много таких людей с протезами, которые даже и не поймешь. Так ходят они уверенно, что и не поймешь, что это протез. Но у многих открыто и видно, что вот это вот. То есть водитель автобуса может себе позволить. Либо это военный бывший, и ему оплачивает армия. Вот в России я такого не видела, очень жаль, что ребята не могут себе позволить нормальные протезы. Здесь очень много людей вот с такими протезами. Они абсолютно могут работать на любых работах. На велосипеде видела, парень ехал с протезом. То есть жизнь как у нормального обычного человека. Вот, ну, в общем, маленькая такая заметочка сегодня. У нас дождит. Сейчас вот дождик вроде бы кончился. Ну, уже началась настоящая осень. Вот видно, да? Какая красота. Ну, в общем-то, это все. Пока-пока.